Это новости в форме. С вами Анна Чижлиташ. Добрый день. Новая техника поступила в отдельный батальон радиоэлектронной борьбы под Брестом. Арсенал пополнили автоматизированные станции помех, предназначенные для ведения радиоразведки и радиоподавления, а также мобильный комплекс радиомониторинга для защиты линий связи. Военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси, посетили противоминный центр вооруженных сил. Дипломаты ознакомились со структурой и возможностями подразделения. Оно создано в 2019 году в связи с интенсивным использованием в современных конфликтах мин и фугасов. Нейтрализация этих средств предполагает наличие особых навыков, которые саперы приобретают с учетом передового опыта в специализированных классах. Продолжается подготовка команд к армейским международным играм. Один из конкурсов, который примет Беларусь – уверенный прием. В дисциплине будут соревноваться связисты. В эти дни они оттачивают мастерство на полигоне под Минском. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!